школьный прошел. Вечером дома сейчас вместе нам хорошо, вместе нам хорошо. Время торопит свой бег, будет дорога своя. Старались представить все направления, которые у нас в центре представлены, работают. И, наверное, главное, конечно, то, что за все эти годы мы стали такой большой, дружной семьей. И семьи приходят к нам, я думаю, и не только что-то исправить в себе, скорректировать, изменить, решить проблемы, но и просто отдохнуть и почувствовать себя частью вот такой большой семьи, где они нужны, и, естественно, и мы себя чувствуем нужные им. Ну что, спасибо большое, сейчас я тогда добавлю. Ну вот, уважаемые коллеги, все-таки форма семинара и наше с вами общение требует и не только вот той качественной оценки, о которой сейчас сказала Ольга Сергеевна, но и о некоторых количественных показателях работы центра. Мы же работаем в проектах. У нас получается следующим образом, что за 5 лет 615 семей получили различные виды помощи и поддержки в центре «Радость моя». Много ли, мало ли это? Не знаю. В целом в городе Саратове те, кто работают в семье, знают хорошо. В Саратове проживает 2826 семей, имеющих детей с различными ограничениями в состоянии здоровья. 5300 семей в Саратовской области. Вот 615 здесь, в нашем центре уже. И мы приглашаем пройти вместе с нами и посмотреть тот скромный центр, о котором мы и рассказываем. Хорошо?